Итак, всех приветствую, с вами я, Алексей, вы смотрите YouTube канал Паратигм. И что я хочу сказать, давайте же обозревать новые ивенты. Events, Event Cycle, October 4, 4 октября. Значит, что тут? Weekly Strong Ninja, самый сильный ниндзя. Значит, Masked Man, Ау 4 Райкаге и Какаши Сусана. То есть вот этих товарищей нам будут продавать. На самом-то деле я посмотрел, Какаши Сусана, у него, конечно, есть прикольная штука, что он уклонение препятствует уклонению противника. Но в целом, это, он не такой крутой. У него, например, нету супер брони, у него нету, по-моему, защиты от дебафов, или есть, не помню. Но так или иначе, он не так крут в действительности. Хотя выглядит прикольно, конечно. Значит, Шисуй Катамацуками и Мадара, вот этот 5-Kage Summit. Мадара самый такой, пожалуй, лучший из тех, что здесь есть. Остальные уже, ну, скажем так, так себе. Значит, дальше Кризис от Машин. У нас ивент донатерский, ну, вы понимаете. Тут, кстати, вот как раз Ау и Какаши Сусана. Что? То есть, это, я так понял, они Какаши Сусана как раз говорят, что он есть, судя по тому, что он вот здесь вот 5 фрагментов дается. Да, здесь, короче, 5 фрагментов дается, значит, да, есть Какаши Сусана. Вы, несомненно, сможете его получить. Только он будет дороже, чем 4-й Райкаге выходить. Значит, Daily Spending Rebate. Это, в общем-то, вы поняли, опять донатерская фигня. Colorful Balance. Ну, эта штука, по-моему, можно получить без получения опыта. Можно, короче, получать эти сюрикены. Так что будем получать, несомненно. Naruto с Фроги, опять донатерский ивент. То есть, как вы видите, уже 3 донатерских ивента. Sakura's Gift, еще один ивент такой себе, ну, очень мало дающий фри-ту-плейщику, но, в принципе, здесь могут быть какие-то ниндзя, что-то такое можно купить. Значит, Lucky Snatch, ну, это тоже такой полудонатерский ивент. Какаши Сусана, вот здесь еще Какаши Сусана дается, да. Но, опять же, не полностью, даже если вы 500 крутков сделаете, то это вам ничего не даст. Хотя, может быть, он еще там внутри, в самом этом. Ну, так или иначе, это все рулетки. Это все рулетки за бешеное количество купонов. Дальше, Konoha Southwest. Konoha Southwest это хорошие штуки, в принципе. Кстати, я так подумал. Во время Konoha Southwest я ж могу какому-то из мультов купить какие-то ништяки, да. Надо будет посмотреть, может быть. Я типа... То есть не обязательно же Seal, Discount Items, так, Gutter Scratch Cards, Entry Team Ninja, Powerful Items. Я не помню, нужно именно здесь, в Konoha Southwest, потратить деньги, чтобы получить вот эти вот купоны. Или где угодно можно потратить. По-моему, именно здесь. Ну, в зависимости от того, кто здесь, конечно, продается, мы посмотрим. Но если кто-то интересный, то можно вполне себе купить, по-моему. Да. Ну, короче, вот Konoha Southwest есть. Скретч-карты можно получать. У кого есть мульты, у кого на них есть купоны, пользуйтесь, несомненно. Значит, Time Limited Charm Rebate дальше. Вот Charm Rebate, это вот хорошая штука. Несомненно, будем пользоваться. У меня как раз там чармы скопились с тех пор, как я Эда Хируза на сегодня купил. Да, я его купил. И Activity Lucky Bag. Значит, Activity Lucky Bag, ну это устаревший ивент. Ну, в принципе, он что-то дает, там ключики дает понемножку, еще что-то. Но это, конечно... Лучше бы не позорились его ставя. Naruto Birthday Party, короче, это за опыт вы можете 20 раменов получить, и если хотите больше раменов, то покупайте. В общем, это еще один магазин ниндзей всяких и другого говна.
Значит, вот такие вот дела. Вот такие вот дела. И, в общем-то, что я хочу сказать? Я хочу сказать, что неделя... Ну, неделя сохранения всего. И, в принципе, она дерьмовая довольно-таки. Не сказал бы, что вот вообще просто хуже некуда, но довольно дерьмовая, ниже среднего даже. Есть, знаете, у меня есть 4 оценки. У меня есть крутая... или даже 5. Да, 5 оценок. Есть лучше некуда, просто вот офигенная неделя, когда тебе и купоны дают, и при этом ниндзя крутые продаются по дешевке, и при этом ивенты, короче, друг с другом так сложены, чтобы тебе было наиболее выгодно. То есть у Курокумарус Дилс есть, и Миогоку Трайл есть, и при этом продают того же Эда Хирузена по дешевке и так далее. Или там Энджел Конан. Вот такая вот есть неделя, это лучше некуда. Есть просто хорошая, то есть есть, но как бы вот, например, купонов не дают. Да, нам дали, короче, там какие-то ивенты Конохас Грэд 3, допустим. Допустим, вот этот вот, как его? Ну, короче, вы поняли, Mission General Mobilization и так далее. Но нету, короче, ни вот этой вот летающих фонариков, которые дают купоны по 20 купонов в день. Ни Ниндзюцу Трайла, ни Миябоку Гифта, Миябоку Трайла. В общем, вот этого вот всего нету, и значит, дополнительных купонов у нас нет. Это, я считаю, уже такое вот похуже. Значит, есть средняя неделя. Это когда вроде бы есть, например, есть один General Mission Mobilization и есть несколько ребейтов. Вот это вот нормально. То есть с General Mobilization ты можешь довольно много всяких ништяков получить, но все же он один и все. Или есть один Miyoboku Trial. То есть да, есть купоны, но нету ничего больше. То есть там... Как бы одним им сыт не будешь. А есть ниже среднего, это вот это. И вот самое дерьмовое, это когда, или только если бы нам дали, дали бы только Activity Lucky Bag, и все. И, например, Charm Rebate, и все. То есть, если бы два только для фри-ту-пэйчиков было, это бы было еще хуже. А так, здесь у нас еще вот эти вот сюрикены там. Sakura's Gift тоже что-то такое есть, в принципе. И Konoha Southwest не то чтобы такой плохой ивент. Так что вот такие вот дела. Но также перед тем, как я это, я хочу сказать, что у меня, возможно, я буду опять давать новому человеку пароль от своего второго аккаунта Дракона. То есть, мне нужен человек, который будет играть. Дело в том, что прошлый чувак, он, короче, поиграл со мной, а потом, короче, перестал играть. Я ему говорю, что ты не играешь, если не хочешь, так и скажи, типа, и так далее. Я все пойму, я просто дам другому человеку, мне нужно, чтобы кто-то на аккаунте играл. Чтобы он и мне помогал, и так далее, потому что в итоге этот школьник ложится спать, уходит, типа, с это, с игры, и... мне приходится подгружать аккаунт. Какой смысл мне в таком чуваке, который вот я недавно зашел на аккаунт Дракона, а там Survival Trial даже не пройден. То есть он даже выживание не проходит. Какой смысл тебе? Он говорит, нет, я играю, ну просто у нас школа, у нас все. Ну школа так школа, ну так и скажи, что типа... Я типа свободен, все дела, можешь давать кому-то и так далее. А то держится за аккаунт, но он как бы, я ему так ребром вопрос не ставил, но тем не менее. Естественно, один чувак там постоянно просил у меня вот этот вот дать пароль к аккаунту, но я его забанил, потому что он заебал спамить. И естественно, такому чуваку я скорее всего не дам аккаунт, потому что... Если вы слишком надоедливы и пишете везде подряд и постоянно, то как бы, ну извините меня. А я тебе дам, например, аккаунт, а ты... Он меня не слышит, то есть я пишу, я не могу дать аккаунт, потому что там человек играет. Я привык, что если я буду сразу двум людям дам аккаунт, то они, короче, будут друг с другом, короче, там, соприкасаться. И так далее. А это бесит меня. Ну, то есть, и это того человека будет бесить.
То есть он будет говорить, что ты мне дал аккаунт, а тут уже кто-то играет. Или а я хочу и так далее. Поэтому по одному, пожалуйста. Ну, то есть, такие вот дела. Значит, какие условия? То есть, я не гарантирую, что вот если вы напишите под этим видео, то я обязательно вам дам пароль от аккаунта и так далее. Но, типа, кто хочет, типа, я вас запомню, пишите мне на e-mail. E-mail находится в описании канала. Типа, я готов, вот так вот как-то. И вот на эти имейлы «я готов», которые мне присылали на мой имейл, я, в общем-то, могу выслать пароль. Кто первый напишет, тому и вышлю. То есть, если вам там через неделю не пришлют это пароль от аккаунта дракона, если вам не написал, то, следовательно, знайте, что или я другому отдал, или же этот человек вернулся, этот предыдущий, то есть кому я давал аккаунт дракона, и мне типа не пришлось давать его кому-то еще. Но, как я сказал, мне все равно. У меня такое условие: я даю дракона кому угодно, то есть с условиями не повышать опыт на этом аккаунте, так как он, собственно, 86 уровня. Если будете повышать опыт, то будет сложнее проходить с ним ивенты и так далее, и вообще он будет слабее по сравнению с другими. То есть первое — не повышать опыт, второе — это мое условие, которое я, то есть я даю по одному за раз, то есть одному человеку за раз, естественно. Потому что, опять же, как я сказал, людям будет некомфортно играть сразу двоим на одном аккаунте. В-третьих, как бы, ты должен играть, то есть ты должен проходить что-то и так далее. Ты можешь тратить там купоны, ты можешь там покупать каких-то ниндзя, которых я потом могу обозреть. Я могу даже подгружать твой аккаунт иногда для того, чтобы выполнять какие-то ивенты и экономить твое время, потому что у вас есть готовый друг, еще и который снимает видео с этим аккаунтом. То есть я считаю это вполне себе нормально. Но нельзя быть эгоистами. То есть люди, вот один человек был, он как бы месяц поиграл, потом собрал мне Хана, ну точнее заролил Хана на аккаунт дракона. Я его обозрел, и, собственно, этот человек ушел. Но он, я так понял, и приходил для того, чтобы заролить Хана. Ну и я как бы принял это. Потом вот этот вот парень тоже, он попробовал всеми ниндзями поиграть, и все, как бы, ему перехотелось. Почему-то есть у нас один человек, то есть, знаете, ну, то есть люди, которые по-другому себя ведут. То есть они как бы... им не надоедает, когда у них много чего есть. Хотя все зависит, конечно, от человека. То есть, типа, если ты получил вот так вот сразу аккаунт с многими ниндзями, то ты теряешь интерес к Наруто онлайн. У меня такое предположение. Возможно, такое вот есть. Но, в общем-то, вы поняли, о чем я говорю. Значит, теперь давайте читать. Ну, это было, типа, не обзор ивентов, но ивенты, что здесь обозревать? Никаких нововведений нету, ничего. Неделя хуже среднего, короче, ивенты хуже среднего. Фирц, короче, тут ёбаную жабку, короче. Это жабка фашистская, вот реально. Эта жабка фашистская, ее использовали для того, чтобы Трампа привести к власти. То есть, ну и блин, все так смеются и так далее. Ну да, вы, конечно, можете смеяться. Это вот как ватники смеются в России там, что ха-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 
будет не весело. И тогда хохлы будут над вами ржать. Вообще-то они и так уже часто ржут, но я не ржу. Потому что как бы мне нафиг это не нужно. Но не обезьянка, а жабка дебильная. Вообще, ну, мне вообще как-то в мемы... Конечно, все еще от мемов зависит, но мне мемы как-то стали надоедать.
они какие-то, особенно вот эти вот жабки, она уже вообще устаревшая, типа, и все дела. То есть, она меня начинает бесить, короче. Лео. Охренеть, уже даже не Лоу, а Лео. Ху-ху. Фифт. Фифт. Ха-ха. Фифти какаши фракс и налаки с. Talk about lame. ВТ, АВВ. Опять жабка. Да что вы свою жабку? Это что, неделя жабы, что ли? Короче, неделя мемов. Количество жабок Пепе увеличилось 3 раза. Кто знает, из какой-то игры мем взят, кстати. Это тоже мем. Вот видите, мемы бывают разные. Бывают дебильные жабки, нарисованные в пейнте, а бывают годные мемы, которые отсылают нас к великой игре Герои 3. Ну, я, впрочем, люблю больше Героя 4, но тем не менее, Герои 3 тоже великая игра. Ставьте лайк, если вы согласны. Ну, а если вы не играли, то советую попробовать хотя бы поиграть или посмотреть летсплей по этой игре. Not too bad, not too great week. Ну, да, я тоже бы сказал, что ниже среднего. Так, уже 2-я появилась. Так, смотрим. Free Naruto Ramen? Nice. В смысле Free Naruto Ramen? Фри, он не фри нифига. Он, короче, всего лишь 20 штук, и то за опыт. Короче, этот рамен хрень. Вот интересно, а можно не за опыт сколько-то раменов получить? Надо будет поэкспериментировать. То есть не свипы, а инстансы. The definition of saving week. By the way, and since event feedback is no more. People have been asking for Shisui as redeemable for weeks. If you answer putting him either Sakura's gift or in Naruto P-Day. Что-то там, приготовьтесь, оазис. Coins are not ingots. Sure the ramen go away. Kaiser still has them in his inventory. In pretty much every video ever. Что, рамен? Ramen go away. Это что значит? Coupons are not happening, not are they coins. Так. So where in is Shisui? In Unlucky Snatch? Да, действительно, то есть Lucky Snatch он называется, а на самом деле он Unlucky Snatch, то есть он несчастливый, потому что там ты никогда ничего не заролишь. Я действительно вот не помню, чтобы кто-то в последнее время ролил что-то в Lucky Snatch. А когда только этот ивент появился, там действительно кто-то что-то получал. Так, I'm afraid he's in Sakura's gift. The people spent for him and Oasis will put him in next lucky board. Так, ninja. Really meh week, why the Sakura event is so frequent is beyond me. Beach party closing at Sakura gift. Please. Saving week, что-то там. Why is there still no Kushina? Why is there still no Кушина опять, слушайте. Waiting for 2 months Hokage Minato. Так собери себе обычного Минато. Хокаги Минато, он только в массовых замесах более крутой, чем обычный. Обычный Джанин, он, короче, чуть ли не лучше. А Хокаги, он, конечно, дает 15 фрагментов Джанина, но и Джанин тоже дает 15 фрагментов Джанина. Проблема в том, что для того, чтобы тебе получить 15 фрагментов Джанина, тебе нужно этого Джанина трехзвездочным собрать. И 15 фрагментов ты получишь, чтобы повысить его до 4 звезд. А это как бы уже похуже будет. Поэтому лучше Хокаги собирать, я считаю. Но если ты, конечно, не хочешь вот Минато вообще вот на все времена себе получать, чтобы потом
Why don't cop on spending activity come from always ingot? I have 15k cowpans. А я тоже, я вообще 20k cowpans имел. Но теперь уже не имею, потому что купил Херузена. И вы увидите ролики про то, как я покупал Херузена, как я его тестил, как я бомбил, как я, короче, в лакиборде. Ну, короче, вы увидите. Не буду вам спойлерить. Всем спасибо за просмотр, всем пока-пока.